Ребята, всем привет. Беда очередная, бляха. Флешку поломал на Кэноне на своем. Смотрите. Вставляю, ну это на 8 гигабайт. Вставляю, пишет, не определяется карта. А я перед этим ее, вот видите, картридер ремонтировал. Вставлял сюда. И тут, зараза, не досмотрел. Кусочек обломило, видите, вот. Обломило кусочек пластмасски направляющей. В картридере пофиг, она читается нормально. А вставляю фотоаппарат или видеокамеру, балалайку. Пишет, нету карточки. Ну, что делать? Вот видите тут как? Как его тут нарастить? То есть вот эта пластмасска, вот этот кусочек. Вот на карточке, на нормальное видно, да? Вот какая она должна быть. Она там выключатель, я в Canon туда посмотрел. А там выключатель такой маленький, концевичок. И когда карточку вставляешь, контакт, видно, замыкается там, и он определяет карточку. Ну, короче, не знаю. Нарастить как-то это опасно, может кусочек там отпасть. Клеем каким-то тоже тут нереально. Короче, вот это было с Кэноном у меня. Видите, было 32 мегабайта, не гигабайта, не путайте, мегабайта. То есть 32 мегабайта карта шла с ним, родная. Ну это ж бред, да? Куда ты сейчас 32 мегабайта, что ты туда запишешь? Вот. Поэтому, ну, Made in Japan. Это на 8 гигабайт была у меня. Тайвань. Гудрам фирма. Ну, хорошая карточка, 4 класс. Ну, работала так классно. Вот. Ну, вот обломился кусочек. Пластмасс очень дерьмовый. Вот это японская. Пластмасс хороший. То есть идею вы поняли, да? Попробуем ее как-то вскрыть и поменять вот эту внутренность. Кстати, никогда не открывал. Я не знаю даже, что там внутри. Так, ну тут я подрезал. Аккуратненько, чтобы тоже ж не обломить. Так, уперся вот тут еще одно место. Скорее всего, платка какая-то там. С микросхемой. Да. Пальцы не отхерякать. Ну а как по-другому вскрыть? Наверное, больше способа нету, да? Вадик, тебя спрашиваю, нету больше способа? Блин. Хорошо, тут проклеено. Опа, есть. Есть. Так. Видишь? Начала, смотри. Отгибается все. Так, еще вот тут где-то держит. Так, есть. Есть, есть, есть. Поближе. Значит, смотрим. Владька, первый раз карту открываю. Такую. Опа. Так. Оу! Ага, испугался. Так, ну вот. Ну, блин, флешка обычная, смотри. Ну, конечно, а что там ожидал увидеть? Магнитофонную кассету. Так, смотри, нормально, да, вскрыл? Вот это почистить так.
Вот это вот я же посрезал. Ну, чтобы приклеить потом. Вот эту всю херню. Прочистим. Так, ну вот. Я только думаю, а вдруг там больше? Это ж на 8 мегабайт. То есть на 8 гигабайт. А это на 32 мегабайта. А вдруг не влезет? Ну не влезет, ну и хрен с ним, тогда выкинем. Опа. Так, ребята, мы с вами первый раз. Ну вы, может, уже и вскрывали флешки. Так, платка, да? Ух, и тонюсенькая, слушай. Прямо оно хрупкое, можно вот так вот и сломать ее. Шарахнуться. Аж просвечивается все. Ханекс. Стоит микросхема памяти. И контроллер, и все. И все. Так, ладно. Вот у нас корпус неплохой, да, получился? Мне кажется, там внутри не влезет, наверное. Там, вот там, наверное, здесь придется рассверливать. Там, наверное, платка больше размера. Так, что гадать, да? Надо вскрывать. Кстати, а как вот эта закрывачка устроена? И где она? Я ее потерял, вот этот. Защита от записи. Владика, ну где она? А она ж была, да? И где она упала? Не видишь? Где-то на полу. Да то со старой. Потеряли, ребята, вот эту херню. Но она тоже никуда ж там контакты не идут. В самом фотоаппарате только или в камере. Внутри контакты. Если вот так вверх поднял, контакт там не разомкнется. Значит, защита от записи. Сюда сделал, можно писать. Ну вот ту потерял, придется это сюда тоже переставлять. Блин, надо стол нормально сделать, а тут чтоб не выпадало, да? Руки не доходят. Так. Корпус тоже пока не буду ломать. Может, на 32 мегабайта куда-то тоже пойдет. Бывает, зараженный компьютер приносят. Из флешки надо запустить, нам бывает, драйвер нашего Wi-Fi адаптера. И там как раз хватит 32, чтобы не заражать свои флешки. Потому что CD-ROM-ов сейчас тоже у многих людей уже нету в компьютере, не ставят. Так, ну вот эту, конечно, сложней. Тайваньскую. Хрупкая такая. И не откроешь. Залита, зараза, так. Блин, классно, да? Угу, есть. Так, вот эту херню теперь не потерять. То потеряли, блин, не нашли. Замочек. Как он тут? Да просто вставился. Вот он вставляется. Вот, он. Вот такая хрень, Владик, там беленькая только была, понял? Он не увеличит. Видишь? Сук пластмассы какой-то, блин. А, я понял. Вот оно. Вот в этом пазике ходит, да и все. Вот пазик, видишь? Так, чпок-чпок туда. Затычка, короче говоря. Так, ладно, и на нее. Так, теперь осталось вот тут. Да, блин. Че у нас так камера, Владик? Ты слышишь, как она сама по себе? Вот это на видео на всех пишет прямо. Да, мужики, слышите? А ну, фокус. Не. Странно, а то само по себе слышно там механизм какой-то, блин. О, слышал? Это же зум. Ну, а какого хрена? Или это ты? Ну, зум, когда... ну ты сейчас включал, да? Угу. Блин, пугаешь, я думал это в камере. Не, ну в камере тоже какой-то звук посторонний, да? Вот тут пишусь, пиликает там. Ну,
Ногти надо иметь хорошие всегда. Тоже все компьютерщики с когтями, да, ходят? Сервисники. Макс у нас работал. Ну, вечно два ногтя вот этих здоровых. Отрастит. И не срезал. Вот так планшетик тебе принесли, чпок. Ногтем. И вообще следа не оставляет. Бляха, Владик, когда ты мне стол нормальный сделаешь? Ну это ж не дело. Все падает. Надо вот тут, знаешь, такую. Не, надо стол нормальный. Это говно, а не стол. А, ребята, вот еще что у меня тут. Скоро видео выложу. Хотя вот и так понятно, да? Что это? А, секрет. Не расскажу. В следующем видео. Так. Ну, давай, сучка. Сучаря. О, пошла, падла. Давай, доставайся. Опа, ребята, опа, победа. Не, ну я бы быстрее скрыл. Я хотел, чтобы корпус еще все-таки остался. Смотрите, на 8 гиг. Так оно. На 32. Японская вот это на 32. Made in Japan. Нормально? Так, ребята, смотри. А, бля, когда смотришь в камеру, теряешься. Короче, вот так, что мы имеем, да? Вот Japan, вот Тайвань. Вот такая херня. Ладно, с корпусом. Так. А ну-ка. Сейчас проверим. Это что у нас за камера? Samsung? Ой, какой Samsung? Что это у нас? Сонька, ё-моё. Ребята, Sony. Ой, блин, оператор, что даже не помню, что у нас за камера. Так, вот как снимает эта Сонька наша. Проверим на штативе. Да ну что, в принципе, нехило, да, так? Так, вот уже уходит. О, так красава. Смотри как. Видишь? Красава. Вот когда еще на штативе руки не дрожат. Классно. Так, ну вот, ладно. Короче, так. Теперь дальше, что мы? Там видно в фокусе? Ну, если что, бери вот так вот штатив. Вот так. На, настраивай, как там. Тут можешь вот так повернуть. Не ломай, за эту не крутят. За вот эту. Ладно, короче, давай сейчас быстро. Это некогда уже. Мы уже это. Вот это у нас на 8 гиг. Вот это на 32. Прикинь, так классно сделано. И всего на 32, да? Мы теперь ее в сторону. Теперь собираем нашу флеху. Корпус, короче говоря. Так, а корпус, кстати, позволяет, да? Эту воткнуть. Не-а. Не-а, тут какие-то ступеньки. Ну-ка. Так, ну а там же я не вижу. А ну-ка сейчас. С этой стороны вроде бы входит. Контактная площадка. Вроде бы нормально. Хотя вот тут что-то мешает. А, это место клея. Так, еще. Ты зараза, чуть-чуть что-то не дает оно. Сравним, вот эта плата, смотри, была вот. Вот так входит, да? Хорошо. Родная вот эта. Отлично так входит. Достаем. Так, теперь эту. Разные размеры. Ё. Разные размеры вот этой прорези. Видишь? Чуть-чуть больше Japan. Капелюшку. То есть вот тут надо будет ножичком аккуратно подточить. Над фильком можно расточить саму платку. Что тут можно вот сделать, ребята? Кто знает? Вот смотрите, на 32 ж, да, мегабайта всего. А можно сюда, да, что-нибудь припаять?
чтобы оно было на 64 гигабайта. Можно, да, Владик? Да хрен там, скажи, нельзя. Если б все так было просто. Всех по 64 уже там не стоят. Так, и смотри, здесь же еще вот эта хрень. Защита от записи. Так. Теперь же это с вот этой флехи, да, у нас защита от записи. Как она здесь встанет? Будет ли она тут стоять? Устройство может быть разное. Я могу ее сейчас тоже потерять. Не подходит. Разный пластмасс. Надо вот такую беленькую нашу искать. Вот эту родную. С япошки. Понял? Потому что в тайвашке вот все здесь другой совсем пазик. Тоненький такой. Другая конструкция. Так, ребята, все, флешечку сделал. Смотрите. Немножко тут проклеил, чтобы не болталось. Вот отлично все. Здесь, с этой стороны это хорошо подошло. Стала микросхемка с платкой, все хорошо. А здесь, видите, пришлось все дремелем вот так вот почистить. Чуть-чуть тут пластмасса торчала и не закрывалась. Ну вот, обработал. В принципе, там 5 минут работы ушло. Срезал все лишнее. И вот теперь, смотрите, все четко встало в корпус. Единственное, блин, потерял теперь вот этот пиптик, защита от записи. Потерял, блин, ну надо ж такое, а. Видео прокрутил назад, видел даже, как я ее пальцем зацепил. Блин, ну все перерыл, не нашел. Ну можно, в принципе, тут скотчем. Но мы-то красиво сделаем, да? Я, наверное, сюда кусочек пластмассы подточу какой-то. Вот. Можно, в принципе, все это залить отверстие. Можно термопистолетом нахреняк от лишнего обрезать. Ну, короче, это мы сделаем. Ну, в общем, вот так вот. Ребята. В принципе, все. Так что, видите, старые флешки тоже лучше не выкидывать. Корпуса могут пригодиться. Вот, ну вот это на 32 осталось. Платка, да? Корпус-то, видите, он весь рассыпался. Говно корпус. Ну вот платка. Ну на 32 метра. Ну нахрен она надо, не знаю. Пусть валяется. Можно, конечно, вот такой адаптер еще взять. Вот есть адаптеры. То есть они там копеечные. Можно и сюда встроить. Вот этот пиптик вот такой. Потерял. Ну адаптер мне нужен. У меня маленькие флешки. Так, ну в общем как-то так. Все, всем пока.